Я календарь перевернул и смотрю, там соревнования по регейнам. Думаю, ну, надо ехать. И вот по я бульварам Москвы 3 сентября. День прощания, день, когда горят костры рябин. Так, вот выдали нам, значит, карты. Вот так она выглядит. Да, сфоткать ее, кстати. Так, вот, допустим, мы здесь находимся в треугольнике. Вот, и вот так обозначены КП, их тут достаточно много. Вот, первая цифра у КП, допустим, вот 41-63, первая цифра обозначает количество баллов, которые ты получаешь за взятие этого КП. Вот, и надо, как бы, логика в том, чтобы пробежать за 4 часа и набрать наиболее, ну, максимальное количество баллов. То есть надо построить свой путь таким образом, чтобы у тебя он был максимально ценен в балловом эквиваленте. Вот, так что сейчас мы будем думать, тут такие горы прям какие-то мощные есть. Вот тут по 7 баллов за них даются. Вот, ну сейчас надо подумать хорошенько. Я стартанул, наметил себе путь километров на 26. Вот, но там по горкам немножко даже асфальта. А совсем немножко. Так что пожелайте мне удачи. Вот она, первая КП. 55. Нашли достаточно быстро. Двигаемся дальше. Ушло 15 минут. Я уже устал. Одни подъемы здесь. Ну вот и второе КП. Фу, почему так тяжело-то? Вообще ужас. Вот сейчас на 53-е иду. Это южная гора. Вот она там. 54. Скала подножия. Вот она. 64. А что, скала здесь? Собственно, подножие. Так что бежим дальше. Подножие скалы опять. Вот скала, вот КП. Вот я. Вот ты ж мой маленький. 42 номер. Что-то сегодня все идет вообще не по плану. Очень долго, очень тяжело ориентироваться. Но я его нашел. Кто у нас здесь? А это у нас 49-е КП. Ну, вроде дела начинают налаживаться. Уже меньше ошибок. Втянулся, вот 63-й взял. Так. Ну, а дальше у нас по планам. С 63-го на 41-й, потом 61-й. Все, бежим по лесу. Это жестко. Выглянуло солнышко, стало немножко повеселее. А вот и КПшечка. Что у нас тут? 4-1. Ну что, идем дальше. Сейчас 5-е. Че, как успехи? Я не помню, сколько мы набрали, но мне кажется, что нормально. Мы первый раз так полтаем. Ползу на 90-е КП. Оно. Вот, вот здесь вот на такой горе. 482 метра. Опять вот папоротничек у нас пожелтел уже. Тяжело. Тяжело. Вот мы и на вершинке. Такой камешек здесь. 90-е КП. Так, высота 496 метров, в пути 2 часа 50 минут, пробежал 20 километров, ё-моё, остался час и 8 минут, километров 8, наверное, надо успевать, так что погнали. Как хорошо вот по таким бегать дорожкам, вообще кайф, это не по лесу. Блудить.
Yes. 75-й. На изи просто. Все, как нефиг делать. Вот он. Все тут пометок-то особых никаких. Сейчас, наверное, на 76-й. И так-то в сторону дома надо. Вот у 56-го, ой, 76-го. Трудный бугорок вверх. Блин. Действительно, он какой-то круг. Трудный. Или уже усталость сказывается. О, на ногах 3,20. 23 километра. Надо топать ближе к дому. Ну что, подведем итоги. Итоги сегодняшней гонки. Тире тренировки. Набегал почти 30 километров, 29 и там что-то 700 метров, что побольше где-то на километр, чем 2 недели назад. И набор усты здесь был раза в 2, наверное, больше. Там где-то под 900 метров показывает. Как бы отсутствие дорожек, то есть очень много приходилось по лесу передвигаться. Вот. Но тем не менее бегом как бы остался доволен. Под конец не успевал. Настроил планов, конечно, изначально вообще наполеоновских. Но пришлось потом урезаться раза в полтора. Вот, но тем не менее, тридцаточку почти набегал. Вот, а у лидера, кстати, на километров поменьше, но очков намного больше. Как так? Это, конечно, все тактикой решает. Вот, но ничего, самое главное удовольствие получил. Набегался по лесу, мне кажется, до следующего года. По такому. Вот, так что, это, кайфанул. Всем пока. Ходите в лес. В лесу красотища. Погода отличная. Не жарко, не холодно. Вообще супер. Самое время для прогулок на свежем воздухе. Вот, так что всем рекомендую в лес. Пока.